Прошло уже почти полгода, как на территории Ульяновской области действует мусорная реформа. Итоги перспективы преобразования обсуждались на правительственном часе, в законодательном собрании. Здесь представители фракции могли задать свои вопросы и обратиться с предложениями. Реформа задумывалась с двумя целями. Первая – очистить города и села от мусора. Вторая – внедрить вторичную переработку. Как отмечает председатель правительства Александр Смекалин, задача исполнительной власти в этой реформе сводится к жесткому контролю за деятельностью региональных операторов. Уже с начала этого года проведено больше 130 рейдов по оценке эффективности деятельности операторов. Часть операторов, ряд операторов уже получили соответствующие предписания. И это первый звонок для них о том, что они могут быть исключены из схемы обращения твердыми коммунальными отходами и заменены других более ответственных рекоператоров. Но это, в свою очередь, заставляет операторов лучше работать. Если на первом этапе, например, жалобы на несвоевременный вывоз мусора устранялись больше, чем за сутки, то сейчас на это уходит несколько часов. Кроме того, один оператор в скором времени планирует выйти на нулевое захоронение отходов, то есть все отправляется в переработку. Но вопросов остается еще много. Один из главных касается платы за утилизацию отходов. Бесспорно, несоответствие территориальных схем, несоответствие норматива, отсюда и цена услуги. Те организационные вопросы, которые были решены федеральным центром и которые поступили в качестве рекомендаций нам на организационной части работы, они тоже требовали серьезных поправок. Исходя из этого, мы отработали ряд документов, выставили претензии и федеральному правительству, и представительным органам. Правительство утверждает, что тарифы уже дважды снижались. Последнее уменьшение было связано с исключением из стоимости НДС. Это решение на федеральном уровне недавно поддержала Государственная Дума. Еще одна группа вопросов касалась тарифов в части взимания его садоводов и владельцев гаражей. Лично ко мне только обратилось более 200 человек в общей сложности, если вот так подсчитать. Проблемы решаются. Не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее решаются. Прежде всего, в отношениях регионального оператора с ГСК, садоводческие товарищи, с бизнесом. В отношениях с дачниками компромиссный вариант найден. Плату берут только в активный период и в два раза меньше, но вопросы продолжают оставаться. За отведенный час работы депутаты не успели все задать. Их примут в письменном виде. Ведь главная цель состоит в том, чтобы реформа заработала, как отлаженный механизм. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ.